Здравствуйте, ребята! Я ваш новый преподаватель, профессор Балащук СД. И сегодня я хочу рассказать вам о важности изучения и понимания стилистических особенностей того или иного явления человеческой жизни. Будь это архитектура, одежда, еда или парфюмерия, все равно. Расскажу я это именно для того, чтобы вы понимали, что зная критерии и отличительные особенности того или иного стиля, вам невозможно будет вешать лапшу на уши, подменяя явление подлинное различным суррогатом и рассказывать, что это настоящее. И остановлюсь на рок-музыке, которую в нашей стране очень часто подменяют на различных радиостанциях суррогатом, говоря, что это настоящее. И сделаю это я в сравнении с другими музыкальными стилями, эстрадным стилем и стилем рэп. Самая распространенная вокальная ритмика, которая используется в музыке, вокально-инструментальной, это ритмика равнодлительная, когда ударные слоги в строке ставятся точно в такт, в сильную долю, поются протяжно и длинно, распев. В рок-музыке так не делается. В рок-музыке окончания фраз синкопируются, то есть сдвигаются с сильной долей слова, тем самым создавая диссонанс, несовпадение ритмического и метрического акцента. Именно это является отличительной особенностью рок-музыки. Если люди поют по-другому, в такт, в долю, распевно и протяжно, то это не рок-музыка. Какую бы гитарно-барабанную тяжелую аранжировку они к ней бы не прикручивали. Вдохновляют, заставляют крутиться мир. Ориентир задают, продают, покупают, стреляют. Каждый однажды мечтает богатым стать, на самолете летать, тучи разгонять, определять политику партии и правительства. Важно, чтоб не оказалось поздно. Глаза и взглянув на небо и на звезды, осознать, что существуют чудеса. Многие наивными так и остались, даже и не пытались, сдались, от себя отказались. До сих пор верят в подлость и зависть, радость, сладость, оргазм доставляют лишь только купюры. И мне до культуры хмуры их лица, снится наивным только один очень красочный сон. Миллион удалось получить на халяву, но этого мало, так мало. Важно, чтоб не оказалось поздно. Глаза и взглянув на небо и на звезды, осознать, что существует.